Здравствуйте. Свой видеоотзыв о продукции интернет-магазина «Лучшие из Таиланда» я бы хотела поделить на небольшие две части. В первой рассказать о продукте, в общем-то, без которого я теперь жить не могу. Это черный бальзам, тайский черный бальзам. Если посмотреть, то его там практически не осталось, поэтому куплена новая баночка. Это пока маленькая, ну, потом еще закажу. Тайский черный бальзам, он лучше всего помогает при болях в пояснице и в шее от остеохондроза. У меня межпозвоночные грыжи, даже была операция. И если кто сведущ в этом вопросе, вы понимаете, что от остеохондроза и от грыжи вылечить нельзя. Операция была, конечно, грыжу убрали, но последствия остались, и шейный остеохондроз его никуда не деть. Естественно, надо себя поддерживать физическими упражнениями, вести правильный образ жизни. Но иногда бывает, что или простынешь, или мышцу защемит, и боли бывают сильные. Вот черный бальзам. Можно, конечно, мазать разными бальзамами. Шею, например, я мазала красным, зеленым хорошо бальзам. Но самый лучший – это черный. Он не вылечит ваш остеохондроз, это вы должны понимать, но облегчит ваше состояние. А когда боли сильные, это очень важно. Те люди, кто с этим сталкивался, меня поймут. Поэтому, но запах. Запах, конечно, специфический. Многие люди его не переносят, мои домашние уже к нему привыкли. Но если сильно болит и если хочешь облегчить свое состояние, конечно, этим я пользуюсь, с этим я живу. Езжу везде с собой, беру, поэтому такие вот маленькие упаковки у меня тоже есть. Но это только на ночь. То есть это и прогревающее действие мышц у вас будет. И, в общем-то, запах, поэтому не уйдешь. Но запах выветривается. Потом ни на чем не остается. То есть это первая помощь при моих заболеваниях. И еще новый продукт, с которым я познакомилась в этот раз. Выписала я шампунь и бальзам. Но перед этим, конечно, я в Таиланде познакомилась с синим чаем. Чем они похожи? Тем, что это продукт изготовлен на основе этого синего чая, клитории называется. Поэтому он так называется, Butterfly Pea. Очень, вот вам бы показать, очень интересный цвет шампуня. Это как чернила, если бы вы налили. Видите, какой он синий. Чернила такие густые получаются у вас на руке. Поэтому мне вообще нравится, почему тайские шампуни еще, конечно, самое главное действие, но это экзотика. Когда в ванной наливаешь в ладошку синий или черный шампунь, это даже как-то улучшает настроение, хочется улыбнуться. Шампунь, как вы видите, уже использован, какая-то часть. Волосы у меня короткие. Конечно, многие скажут, ну что здесь, волосы помыл и все, но я каждый день мою голову и каждый день сушу ее феном. У меня работа такая, приходится выглядеть всегда достойно. И фен очень, конечно, сушит волосы, хоть короткие они, хоть они длинные. Поэтому приходится ухаживать за ним. Я выписывала уже в Таиланде, в интернет-магазине «Лучшие из Таиланда» шампунь. Но этот мне нравится лучше. Во-первых, экономия очень большая, мало совсем надо. Во-вторых, волосы после него пышные, легкие и мягкие. Даже после того, как я сушу феном, и они у меня не сохнут. Вот. Такие живые, как я бы сказала. И, конечно, очень мне нравятся бальзамы тайские. Это тоже нравится. И цвет у него тоже очень интересный. Тоже похож на чернила. Такой синенький. Вот если вы заваривали синий тайский чай, вот это, пожалуйста, из той же серии. Бальзама надо очень немного. И наносить его 2 или 4 раза в неделю. По-разному бывает, как
Я вспомню, ну, наносить на 5-7 минут и потом смывать. После бальзама, конечно, волосы очень отличаются. Они даже как-то, я бы сказала, укрепляются. И еще одно свойство этой серии бальзама и шампуня, я прочитала в комментариях на сайте, что от него растут быстрее волосы. Ну, в это я, честно говоря, не поверила. Неделю назад я была у парикмахера, делала стрижку. Хожу раз в месяц в парикмахерскую. И она мне сказала, как-то в этот месяц у вас очень сильно выросли волосы. Я про себя улыбнулась, а потом вспомнила. Я же начала пользоваться шампунем, от которого растут волосы. Седину. Еще в комментариях написано, что меньше проявляется седина. Ну, этого я пока не заметила, может быть, потому что даже половины еще не израсходовала. Очень на это надеюсь. Хотя волосы у меня светлые, но очень седые, и ее видно, когда очень отрастут. Поэтому пока я крашу волосы головы. Очень надеюсь на то, что мне не придется их теперь красить после этого шампуня. И волосы у меня отрастут, как в молодости. Вот мой видеоотзыв проба пера. Надеюсь, будет он кому-то полезен. Пока!